Ты сильная, ты уникальная, ты достойна уважения. Сью, что случилось? Кто-то разгромил мой дом. А где Карл? Думаю, его похитили. Да кому он нужен? Сью. Местный банкир Карл Баттонс похищен из собственного дома после отчаянного сопротивления. Привет, милая. У Карла проблемы. Включи второй канал. Вы хотите что-нибудь сказать? Я знаю, что ты жив, Карл. Я знаю, что увижу тебя. Ух. О, черт, моего брата похитили. Взять пистолет? Возьму пистолет. Миссис Баттонс, обычно, когда исчезают люди, сначала звонят в полицию, а потом уже журналистам. Карл был такой милый человек, зачем его похищать? Это наше фото с Карлом, если оно вам нужно для всяких пресс-конференций. Кто-то мог желать вашему брату зла? Нет. О, блин. Нет, нет. Люди не боятся тебя. Я не могу доверить тебе вести мои дела, если люди не боятся тебя. Отпусти его! Чё? Или башку отстрелю. Это моя вагина. Хочешь отстрелить ее? Тоже достойное место. И нефиг тут пушкой махать. Карл не из тех, кого похищают. Он из тех, кто сбегает от жены. Вся эта история с похищением чушь собачья. Ты должна признаться. Если ты что-то сделала, я могу помочь всем. Тебе страшно? Что? Да. Я сильная. Тук-тук, у нас троп. Я уникальная. Откройте дверь. Я достойна уважения. Вы так не думаете? Да. Вот и я тоже. А ну хватит. Эти дни в округе Юба были наполнены страхом. Выходные хаоса и боли. Слушай, не порти мне настроение. Ведь отличный день. Скажи день отличный. Я ничего не сделала. Найдите моего мужа. Дать дуба в округе Юба. Белые тёлки все чокнутые.